Нотр-Дам-де-Люрде. Вот то место, которое мы сегодня с вами посетим. Это довольно знаменитый грот во Франции. И есть церковь тоже знаменитая. Здесь каждый год... Во Франции есть День Марии, Матери Иисуса Христа. И вот в этот день сюда съезжаются, ну, в том числе сюда. Есть наверняка и другие такие же места паломничества. И съезжаются очень-очень много людей. Вот мы уже подошли поближе. Видите, вот здесь, не знаю, за несколько сотен даже метров начинается очередь только. Вот это вся очередь в этот грот. Все люди хотят попасть в грот. И там, не знаю, что они делают. Поклониться там, водички, может быть, потрогать. Что-то в этом духе. Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, сегодня еще относительно мало людей. Вот в прошлый раз, когда я здесь был, это было, я не знаю, сколько лет, лет 5 назад, может быть, примерно. Здесь вообще было очень много людей. Здесь не было ни протолкнуться. Вообще, насколько я знаю, по статистике говорят, около 30 тысяч человек приезжают в этот день сюда. Сегодня, может быть, чуть поменьше, может быть, из-за погоды, может быть, еще рановато, не знаю, посмотрим. В любом случае, людей достаточно много, и все здесь вот ждут своей очереди, чтобы попасть туда, куда я, наверное, сейчас смогу снять, я надеюсь, по крайней мере. Здесь исповеди различные происходят. У меня даже фотографии были, вы, может быть, уже видели в группе черно-белые там отсюда, где люди на исповеди сидят. Вот здесь они заходят каждый в кабинку свою и исповедуются, наверное. Что-то в этом духе. Здесь вы видите целая аллея огромных свечей. Вот эти свечи, которые здесь, это свечи за упокой ставят. Здесь есть такие прямо огромные свечи, как трубы. Вон, видите, там вдалеке просто метра по два в длину и в диаметре, не знаю, сантиметров 10 огромные свечи. Ну, не знаю, зачем такие размеры, но, видимо, кто на что гораст. Сейчас вот здесь людей пока не пускают, закрыто. Они вроде как уборку делают, но в целом вы можете сюда зайти и поставить свечку за упокой кого-нибудь. А вот мы уже подошли к самому главному зданию. Вот он, тот самый собор. И вот там вот, вот там впереди, видите, туда люди идут, там очередь огромная туда. Это тот самый грот, через который все проходят. Не знаю, вот они там за стены берутся. Я вряд ли буду очередь выстаивать, чтобы там пройти. Но вот люди, многие. Вот это самый главный, такой, это тот самый грот. Видите, здесь многие на коленях стоят, молятся и все такое. Сейчас поднимемся туда еще наверх. Посмотрим оттуда панораму. Чуть-чуточку ближе постараюсь подойти. Немножечко пройдем. Здесь в основном, видите, все молятся. Туда они проходят, насколько я понял, там, ну, некое исцеление такое происходит или что-то в этом духе. Туда все хотят туда подойти. Ну и в основном, по большому счету, за этим они сюда и едут, наверное, чтобы помолиться, чтобы там... Ну, в общем, я точно не знаю, поэтому не буду говорить то, чего сам не знаю. Вы наверняка можете найти легко информацию в Википедии где-нибудь про это место, про Люрду. Просто введите Люрда, и будет вам все понятно. А я вот вам просто покажу, как это все здесь происходит. И вот там вот тоже, видите, даже и там стоят люди на коленях. Все молятся. Здесь очень много приезжают... Ну, видите, на колясках инвалидов или просто людей с болезнями приезжают сюда, чтобы исцелиться. Те, которые в это верят, в исцеление, они сюда за этим едут.
И вот видите, вот она, вот они, люди стоят, вот очередь туда, 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 и там вон еще очень, очень далеко. Очередь может быть метров на, не знаю, на 500, а то и больше. Я, по крайней мере, отсюда сейчас края не вижу очереди. Я даже их не вижу, эти лестницы. Я говорю, что они... Могу не утонуть. Вот он вид этой речки сверху с моста. Я вижу сейчас рыбину. Она прямо на месте такая парит. У нее размерчик сантиметров 80 с хвостом. Большая. Ну, вам наверняка не видно. Но это вот общий вид с этой стороны. Вот здесь как раз заканчивается очередь, о которой я говорил. И вот она идет, 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 идет. И вот там аж грот. А вот там... Люди воду набирают, святая вода, источники, все такое. Сейчас мы пойдем туда наверх. Вот та церковь, в нее я ходил, я даже в нее в прошлый раз не попал, потому что там ну, реально очень много людей было. Сейчас посмотрим, насколько сегодня там людно. Но я хотел бы внутрь попасть. И вот он мост, и вот он общий вид. Сейчас мы по той лесенке туда вверх пойдем. Вот вам центральный вид, скажем так, с центрального входа. Такое большое количество людей здесь. Сейчас мы пойдем по этой лестнике вокруг и зайдем наверх. Каких здесь только языков и национальностей не увидишь и не услышишь. Со всего мира, наверное. Очень много разных. Французского даже редко услышишь. Больше именно разных иностранных языков. Ну, собственно, как и я сам тоже разговариваю. Вот вам видок отсюда сверху довольно крутой. Ух, высоко. Вот там замок, не знаю, как он называется, на горе. Тоже большой, интересный. Все в статуях святых разных. Мы еще поднимаемся. Видите, большая золотая корона. И вот этот вид. Там, где мы были только что, вот она, та очередь. Видите, вот она идет, идет, и вон туда к гроту, вот мы были там, вид сверху. Очень захватывающе выглядит. Муравьишки там внизу. Круто. Но мы идем еще выше, и выше, и выше. Так, вот мы поднялись на самый верх практически еще. Вот эта церковь, сейчас корону вам поближе покажу. Хотя, в принципе, и так видно, все фоткаются возле нее. Смотри, там еще лестница. Можно еще выше подняться. Нет, ну так это вниз лестница. Пойдем туда, попробуем зайти внутрь. Вон разные бойскауты. Часики. Вот она, та самая Бернадетта святая, на которой здесь все завязано. Здесь вот показывают, что какой-то балкончик. А, это просто выход, наверное. Ну, давайте отсюда тоже посмотрим. Да, это просто еще один балкончик. Вот отсюда мы еще посмотрим на этот вид. Капец, как высоко. Вроде бы казалось, снизу казалось, что не так сильно высоко, а отсюда вот так прямо. Ну, хотя с другой стороны тут сколько? Ну, этажей 9, может быть. Ну, эпично, эпично. Так, ладно, мы опять вышли на улицу, пойдем внутрь снимем немножко. Вот сюда в эти ящички монетки бросают, видели только что мужичок бросил. Обожаю я, конечно, такие вот всякие здания. Внутри ходишь, так все атмосферно, как-то все загадочно так
Вот мы брык-брык обошли по каким-то маленьким закоулкам, вышли опять на улицу. Но это не главное, вот здесь внизу, это там выше, по-моему, там что-то есть такое. Там церковь большая, высокая, именно основная, это я так понимаю. Ну и, кстати, что еще забыл сказать, вот эта Люрда, она, это очень знаменитое туристическое место. То есть по статистике, здесь посещаемость практически такая же, как Эйфелевой башни во Франции. То есть из всех французских достопримечательностей это одна из самых посещаемых мест. То есть вы понимаете, что в принципе здесь сюда приезжает также большинство туристов, а не тех, кто на самом деле там верующий. Здесь, ну, половина, возможно, туристов, которые просто хотят на это все посмотреть. Шапель Жан д'Арк. А вот то более основное место, о котором я вам говорил. Красота, конечно, и запах такой. Витражи красивые. Ну, в принципе, церковь. Одна из церквей, которых много во Франции, которые офигенные по-своему. Ух, становится жарковато. Так, ну если кому, кстати, интересно, могу вам рассказать небольшую предысторию этого места. Она, в принципе, ну, можно сказать, классическая для таких заведений, но в то же время. Вот та девушка, которую вы видели на фотографии, хотя я не уверен, фотография это или рисунок, но не суть важно. Вот сейчас я вам еще раз ее показываю. Святая Бернадетта. Эта девушка вот в этом месте, на месте этой церкви, вообще не было ничего. Здесь жила эта самая Бернадетта, которая просто пасла овец. Она была очень больной. И в один день она в том гроте как раз, вот к которому все приходят, почему он, собственно, считается таким важным, почему именно туда такая очередь. В том гроте она увидела якобы Святую Марию, которая ее исцелила. Она ей сказала, что ты можешь испить воды из этого источника, и ты выздоровеешь. Собственно, это чудо с ней произошло, и якобы из-за этого потом множество людей стали сюда приходить, к этому источнику, чтобы исцелиться. И, соответственно, потом из-за этого здесь построено все это. Ну, дальше, я думаю, вы уже понимаете, что происходит. Вот такая вот маленькая предыстория. Так, а мы тем временем тут уже посмотрели, мы сейчас спустимся вниз. Там, ну, чуть-чуть в сторонке, есть еще место уже, где сувениры всякие продаются. Там улочки, магазинчики. То есть мы там еще сейчас пойдем посмотрим немножко. И, кстати, еще маленькое дополнение вам к этой предыстории, что, наверное, немаловажно. Здесь очень много случаев было, когда люди действительно исцелялись. Собственно, ну кто его знает, правда, неправда, ну, наверное, какие-то ситуации были, когда действительно инвалиды, парализованные, они просто-напросто прямо здесь, прямо вставали и шли. Из-за этого, конечно, это место еще более популярно, из-за этого, конечно, сюда очень много едут людей с болезнями в надежде на исцеление. Так что, в принципе, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, возможно, вам стоит посетить. Вот мы выходим. Тут уже как раз вся основная масса людей, все в обратную сторону нам навстречу идут, но просто потому, что обеденное время закончилось, все поели и возвращаются. Но мы выходим как раз на вот эту аллейку, где все сувениры продаются, где отели, где кафе, где, в общем-то, сам город Лурда в том числе. Не знаю, давайте сейчас пройдемся, посмотрим, что и как. Очень много различных нарядов всех народов. Столько здесь можно увидеть и индийских, и африканских костюмов, и всего остального.
Вот они, эти сувениры. Очень много, видите, просто бутылочек даже продается. Потому что, ну, я же вам уже говорил, что вся суть основная, она в воде. Все набирают вот эту святую воду. И можно, например, купить такую красивую бутылочку и кому-то в подарок отвезти святой воды, например, что-то вот там. Много разных статуэток вот той самой Марии или Бернадетты. Ну, в общем, вы понимаете. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем речь. И здесь движ автомобильный. На машинке здесь ездить я бы не завидовал. Столько людей. Вот здесь, кстати, те самые свечи продаются. Огромно, посмотрите, какая она в диаметре. Я ее обхватить даже не могу, с меня ростом. Жесть. И она, кстати, стоит, по-моему... Нет, это не цена. Непонятно. Вот, кстати, статуэтки. Смотрю на цены, решил вам показать. Вот это стоит 450, самая большая. Дальше идут 220, 250, ну, та тоже 495, 500 почти. Вот такие вот цены. Так, ладно, пройдемся туда, в ту сторону, по аллейке, посмотрим, что еще там интересного есть. Русский, кстати. Русский? Что русский? Нет, ты что-то... Ты флаг имеешь в виду русский? Да. Ну какой же это русский? Это не русский, это голландский. Чего? Это голландский флаг. Как выглядит тогда русский? Русский цвета в другом порядке. Понятно. Так, вот смотрите, здесь еще немножко прошли. Отель на отеле налеплен здесь, конечно же. Ну и продолжается аллея разных сувенирной Пинокки, продукции, кстати, разной. Пиноккио, да. Так, что еще хотел сказать из интересного. На входе, когда мы входили только с той стороны, там бы была такая табличка, что запрещено на этой территории. И там довольно много всего, там курить запрещено, например, там с собаками запрещено, на велосипеде запрещено, там, я не знаю, мороженое есть. И один из этих самых — попрошайничать запрещено. И вот, видите, все равно умудряются некоторые, сидят. Но это уже не там, не на территории церкви, а здесь, конечно, уже есть румыны, там разные такие сидят людишки и попрошайничают. Но в общем и целом это запрещено здесь, поэтому здесь этого, ну, мало. Довольно-таки мало. Это я могу себе представить, если бы здесь не было это запрещено, здесь бы просто пройти невозможно было. Были бы только вот попрошайки. Целый магазин такой вот мега мелочевки забавной. Посмотрите, они такие малюсенькие. Но стоят при этом дорого. 5, 7, 8. Такие мелкие. Вот эти тоже забавные. Фермеры разные. Красивенько. Классные, кстати, картинки. Я вот что-то смотрю на них, а снимать не снимаю. Смотрите, как здание разрисовано красиво. На таком поезде можно покататься, блин, было бы прикольно, но, во-первых, очередь на него, а во-вторых, он довольно дорогой, честно говоря, уже поднадоело здесь слоняться. Какой классный домик, такой уголок, симпатичный. Вот вам еще другой вид, другой ракурс, с другой стороны реки. Самый высокий замок. Ну, кстати говоря, отсюда она очень хорошо смотрится. С этой рекой. Вот если бы фотографировал, то как раз отсюда было бы хорошо.
и река, и мост, и церковь сама. Очень даже круто. Ну и вон, видите, монашки ходят, возят больных, и лежачих, и сидячих, каких только можно придумать. Акюй Нотр-Дам. Здесь такая очень большая, крутая, выстриженная полянка. На травке тут детей играется. Много, вон Артур носится. Разные игры для детей устраивают. Вот вам статуя святой Маргариты, королевы и патронессы Шотландии. Она молится за нас. 1929 год. Утки. Ну, блин, как всегда, вам на эту камеру они очень далеко, а мне вот они, 3 метра до них. Тут внизу, смотрите, еще должны быть. Утки, прибаутки. По-моему, тут еще ближе утки. Сейчас попробуем. У-у-у, как они все испугались. Извиняйте, не бойтесь. А я не смог посмотреть. Ну. Спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте лайки. Если нет, то ставьте дизлайки. И буду благодарен, если будете делиться этим роликом и другими роликами в своих соцсетях. В ВКонтакте, Фейсбук, там, не знаю, Одноклассники, там можно делиться или нет. В общем, наверное, на этом все. Всем пока, спасибо за просмотр. Пока.